还有不瞒你们说，大半夜连觉都不睡，除了带孩子，还要拍视频，拍好了禁忌视频，大晚上他睡醒，一直他包的，他没有时间陪我，他陪手机。别说了，别说了，别说了。俄语顺口溜吗？厉害。灿灿也修好了，你和弟弟去一趟秋天。刚才一起去借车，好吧？是开那个起源去呢，还是开方程豹去呢？出租车。你们两个人去？哦，只能打车。啊？难道你要找我代驾吗？漂亮的。有吗？没有，家里的起源没有装那个下面的护板。我就跟你爸妈说，他们本来想下个星期装。我的意见是等他跑到要换机油的时候再装，换完机油再装上去。对，差不多，对吧？你这边路还好，好多人说起源开不了，其实在这边开挺好的。还行，只能说还能漂移呢。你看那边小朋友一个穿羽绒服一个穿那个牛仔衣，这个天气真不知道穿什么衣服好。你的腿好多了吧？好多了，但是还是不能开车。那就不要开了。我不开呀。все, Ваня, это таксист приехал. Ага. Едем. Будем там ночевать? Нет, заберем и уедем сразу обратно. Блин.难受吗？可以可以。вчера снег был? Да. Вчера снег шел, у нас в горах снег был, здесь снег. Сегодня жарко. Ну, спокойно, какая резкая. 这个就是弟弟上期视频说的缝内饰，在原有内饰的基础上面缝一层布。把内饰的皮都戳破了，就这种行为的话，我真的不是很理解。ты можешь второй такой брать? мне? да. не лучше. все, чего же голова не болит? он такой жадный, кондиционер даже включает. а он, наверное, просто не работает, Ваня. всю дорогу трогал вот. Ноги его, этой женщины, блин, даже не мог смотреть. Хотел снимать видео, но не получилось. Бесстыжий, Ваня, бесстыжий. Но мне не понравилось, что... Вон там, да? О! Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Смотри, как новые, да? Они помыли ее, походу, еще, смотри. Какая чистая. Видишь, сервис хороший, да? Сервис вообще ураган. Посмотри, она чистая, Ваня. О. Она, наверное, из салона такой чистой не выезжала, да? Нет. О, капец, хорошо делали, да? Да. Есть ли разница? Здравствуйте. Как у вас? Хорошо. Хорошо, отлично.
О. Дэн я хуан хаула. Смотри, фары. Фары новые стоят, да? Ну и вот тут тоже хорошие уже. Кайф, да? Да. Поздравляю, спасибо, что у тебя новая машина. Краски долго набирали, да? Да, да. У вас тут, здесь такого же цвета нет? Молодцы просто. Ну, вроде попали все. Одинаковые. Да, смотри, вообще незаметные. Без разницы, незаметные, незаметные. Супер. Что, у вас художники здесь работают, да? Да, да. Номер один. А это который старый у вас запчасти? Да. Все, отлично. Старые запчасти все на месте. Да? То есть стоп-сигнал. О, центральная часть вот здесь, которая была. Бамперсом. И бамперсом. Конечно. Я не знаю, он нужен будет, не нужен. У вас воздушный этот фильтр нет, да? Поменяли. Они из Китая мне отправили. Просто сказать. Масло и... Нет, масло и салон фильтр. Салон фильтр. А. А фильтр масла тоже поменяли, да? Да, масло и фильтр все поменяли. Фильтр, спасибо. Салонный фильтр. Да. Спасибо большое. Воздушный нету у вас, я понимаю. Что? Поехали. Спасибо. Все, ладно. Спасибо большое. Слива. Спасибо. Езжайте к нам еще. Капец, я давно не ездил. Ты видишь, на китайский язык перевожу. Они, видать, им проще на английском. А, да. Чтобы а поняли, да? Кайф, да, блин. Все, смотри, все чисто помыли, смотри, такой сервис. Вот, все, спасибо, ребят. Видишь, Ванек, у нас Чанан это бренд. Это как у вас в Китае Rolls-Royce, Bentley. Да, вот такой сервис я правда не видел. Надо моему другу Лейзом отправить, чтобы он знал. Да. Да. Сейчас надо отпишу, что вы где. Все, мы вот машину забрали, сейчас поедем. После приоры, конечно, мне чуть-чуть непривычно сейчас еще ездить. Буду капец, конечно, Валя. Какие-то чувства, знаешь, как будто первый раз за руль сел. Это чужая машина, да? Как будто чужая машина, да. Ой, кайф, мощная. Правда, у меня спина болит из-за того, что только что этот сел на такси. А, вот это машина вообще. Камере, да? Вот, блин, ну вот там сиденье такое неудобное, а сейчас вообще не болит у меня спина. Они же сиденье отодвигают, подвигают, до этого же сиденье. Нет, все как у тебя было, наверное. Они ничего не делали. Я думаю, что из-за того, что ты на приоре ездил. Может быть. Да. Так, что где кушать будем? Ой. Давай вот шаурм. Шаурму? Да. Сушник. Он вот так дорогу закрывал для него. Да. Идет. Мы здесь поставили, мы бы проехали, там все равно не проехать. Не да. Будет. А чтобы мы все закрывали и дальше ехали. И... А? Да. И чтобы их тоже закрывали. Точно. У Чимикин как будто сложнее ехать, чем в Таразе, да? Здесь немножко... Движника больше, да. Людей да. много. Да. Посмотри, какая убитая здесь дорога. Это третий город в Казахстане, прям. Чуркент. Чё, до сих пор переживаешь, что не одинаковые красили? Не, покрасили хорошо. Да, одинаковые, не чувствую разницы даже. Да. Мне надо ещё просто бабку. Непривычно, да? Чик же веселый? Очень. Не видно. Почему? Обычно надо орать. Что? Ой, мне новая машина. У меня, Ванек, новая машина. Но я этот держу себя в руках. Я думал, что я вообще 75-й отдам. Они его отремонтируют. И из него получится чаевая. А, не получилось, да? Как отдал, так забрал. Только крыло целое, фара целая. Таксист быстро ехал? Нет, медленно. Они там друг друга, как сказать...
Ласкали. Ласкали, да, правильно. Я даже не знал, куда свой взгляд поставить, представляешь? Ну, они, видать, недавно познакомились. Да, как будто недавно. Да. Это уже себя контролировать не могли, да? Не могут. Хотели поскорее в Чукен приехать. Да. Нас оставить. Вот. Мы кушаем сейчас и выезжаем, Тарас. Как тебе донер вонят? Вытащи, покажи, какой длинный. Вот такой. Биг лаваш называется. Очень длинный. Выезжаем из Чимкента. Похавали, кайф. Через 2 часа будем уже, дай бог, на раде. Как вчера у вас рыбалка? Шикарно. Шикарно. Много ловили? Много не поймали, но... Знаешь почему? Потому что ты не поехал. Да, правильно. Я тоже так думаю. Да. Но сам процесс... Да, я с вами поеду, там русалки появятся. Да? Да. Тогда мы не поедем на рыбалку. Сам процесс, Ваня, рыбалки же, он не для того, чтобы наловить много, а вот это вот удовольствие получить от клёва, как ты рыбу тащишь. И тоже съезжаться, поеду с вами, кайфую. Да, я много рыбы не стал брать, я то, что поймал, там 5 штук домой оставил пожарить, и остальную рыбу там оставалась, живая еще. Мы с Даней их в речку выпустили. В моей машине кайф. Можно брать газ и не бояться. Сладяк. А? Ну плохо, что камера не передает. Да. Ну это еще красота. Да, ну, правда. Ну мне Месси подарил их телефон, самый последний Huawei. Я теперь им дам попользоваться, чтобы ты при помощи Huawei снял эту всю картину. Потому что там камера будет намного лучше, чем на айфоне, на Samsung и на всех остальных телефонах. Знаешь, вот как это новый телефон называется? Как? Pura. Pura, этот 70-й. Pura 70? Да. Интересно. Ну посмотрим сейчас. Все у литера. Как телефон будет, я тебе покажу. Давай, спасибо. Пожалуйста. Женя, сынок, ну что, как сделали машину? Классно сделали, хорошо. Как будто новая. Да. Точно, Вань? Да. Молодцы, хорошие мастера. Очень. Они сказали, что долго вот краски подбирали, да. То есть у них хорошие, нормально золотые. Да, у них вообще вот такой краски нету. Да, ты что? Ну классно получилось. Очень. Сейчас ночью я не могу пойти посмотреть. Завтра посмотрите, да. Я хочу посмотреть, как эта машина выглядит. Сегодня так поздно. Ой, чего здесь лягу? Никая. Классно покрасили вообще. Вообще не видно, да? Да. Никай, там на лунтай. Никай, там на лунтай. Да. Молодцы, Женя. Молодцы. Вообще классно, да, Женя, сделали? Да, классно. Смотри, вы сзади, Наташа, там фары. Так новый, кстати. Да. Кайф, да, чек-жет? Конечно, кайф. Лето же есть, вот видишь? Ой, тут сейчас... Теперь хорошо. Дождик будет идти, хотя бы этот не будет намокать. Не надо этот скрывать, да, еще? Да, не надо бояться, что что-то намокнет, перестанет работать. Все новое. Старые запчасти вон тоже отдали. Они отдали его? Да. Может, кому-то из подписчиков нужны будут запчасти? Старый, да? Да, мы отправим его. Да. Поруманный руками моего тести. Не трогай, пыльно сейчас царапина будет. Хорошо, сегодня дай вам чи шалкал. Чё, что мы чи Чимкента лучше, а на бенага хума? Да, шалпы, я пейдел сяю. Эй, тай хала. Да. Зас.
说真的，前阳做的事我们真的特别感动，给我们提供了免费修车，真的特别感动，尤其是在国外，感谢。不过想想，毕竟豪华品牌吧，对吧？对对对。来来，我来，那边来，来来来来来来来来。来吧，上班。隔壁这哥们儿，他的奔驰已经开了半个小时，他打不开呀。对，他估计坏掉了，他的报警器没没电了是吧？没电了，对。好可怜。对。давай давай топ тебе 20 дней。那么大。身体是革命的本钱，爸爸要多吃一点。你站边上，让人看一下有多大。比脸还大。我看评论区好多人说你不更新三天一更，你们都知道我们特别尊重我们的粉丝们，但是真的实在太没办法了。前段时间给我做手术，我们现在在外面吃饭是因为我没法在家里做呀，对吧？家里有停电呀。 我爸爸也是动了手术，又没电，又两个孩子。对呀，三个，你也是孩子好不好？对呀。还要送他上学接他。刚才我吃饭的时候，大郎抱的孩子，我吃完了，现在大郎要吃东西。我们真的不是故意的。还有不瞒你们说，大郎连觉都不睡，除了带孩子还要拍视频，拍好了竞技视频，对不对？大晚上他睡醒一直他抱的，他没有时间陪我，他配手机。别说了，别说了，别说了。啊，来看外公了。大郎在家里剪剪辑视频。妈爸，喂，被外婆妈妈来看看我们的爸爸。Привет. Как ты себя чувствуешь?